всех телезрителей программы «Культ Фьюжн». С вами Анна Акуджава. О самых ярких и интересных событиях нашего города смотрите прямо сейчас. 21 августа состоялось открытие гипермаркета одежды и обуви «ТОП». В магазине представлены вещи на любой вкус и возраст. Огромный выбор товара – куртки, джинсы, обувь, зонты, чемоданы для путешествий, постельное белье и многое другое можно приобрести по приятным ценам. Это очень разнообразно, очень. Есть все – и обувь, и детская, и взрослая, на любой возраст, на подростков много, детей можно одеть. Не за горами новый учебный год, а значит, следует подготовиться к нему особенно. В гипермаркете «ТОП» без труда можно приобрести детскую одежду и обувь, кроссовки, школьную форму, рюкзаки и даже игрушки. Надо ребенка в школу одевать обязательно. Ну как, вы довольны? Очень. Цены благоприятные. Как раз мы многодетные, нам очень хорошо. Цены отличные. Мы купили здесь джинсы вот для Варвары. Рюкзачок в школу. И как, понравилось? Понравилось, да. Есть что выбрать. Ну, приобрел недавно здесь кроссовки тоже хорошие. Спортивный костюм хороший тоже здесь был. Тоже купил. Магазин хороший, низкие цены. Хочу купить. Я очень хочу попасть в телевидение. Гипермаркет одежды и обуви «ТОП» придется по душе любому покупателю. Ведь здесь можно приобрести все необходимое для всей семьи. А самое главное – по приятным ценам. Всех любителей отличного шопинга гипермаркет «ТОП» ждет по адресу Оснобрюкская, 39. Хороший магазин. Традиционно о творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Хочу напомнить, что продажа абонементов будущего концертного сезона заканчивается 30 сентября. Многие друзья нашего зала по достоинству оценили наши абонементные программы. Однако, то и дело возникает вопрос, а зачем нужен абонемент? Ведь можно купить билет на каждый концерт в отдельности. Попробуем в этом разобраться. Слово «абонемент» пришло к нам из французского языка. Абонементные программы крайне популярны сейчас во многих престижных концертных залах страны. Это самая удобная форма посещения концертов. Кроме того, покупка абонементов – это самый хороший способ сэкономить время и деньги. Традиционно стоимость абонемента содержит в себе скидку на все концерты, входящие в этот абонемент. Помимо финансовой выгоды, есть еще как минимум 5 причин, по которой сотни наших зрителей приобретают абонементные билеты. Как мы уже сказали, это экономия времени. Всего за один поход в кассу можно приобрести несколько билетов на концерты, причем на протяжении всего концертного сезона. Вторая причина – это принадлежность к определенному кругу. Как правило, наши концерты посещают люди с высоким культурным и образовательным уровнем. Это своего рода престижность формы. Те, кто часто бывают за рубежом, знают, что за границей абонементные концерты крайне популярны. Еще одна причина – это возможность общения. Некоторые абонементы – это своего рода клуб по интересам, где встречаются любители, ценители и поклонники того или иного жанра. Немаловажно – выбранное вами постоянное место. Я знаю, что в нашем зале есть такие зрители, которые определенное место считают для себя добрым знаком и талисманом. Ну и пятая причина – это возможность выстроить свой собственный концертный план на целый сезон. Мы надеемся также, что истинные друзья нашего зала приобретают абонементы еще по одной причине – чтобы поддержать нас и все музыкальное искусство в нашем лице. Ведь именно продажа абонементных серий делает наше существование более стабильным, планирование концертов – более творческим и уверенным, а сезоны – более насыщенными и разнообразными.
Как я уже говорила, абонемент будущего концертного сезона под названием «Музыкотерапия» включает в себя три концерта. Программы подготовили коллективы, которые являются ведущими в своем направлении. 6 ноября нам предстоит встреча с оркестром «Столичный джаз», у которого уже есть огромное количество поклонников в нашем городе. Оркестр является ведущим в своем направлении. Основная концепция оркестра заключается в том, чтобы дать возможность современному зрителю послушать произведения, как они звучали в ту эпоху, когда были созданы. Репертуар оркестра в основном состоит из произведений эпохи свинга, которые, выражаясь современным языком, можно сказать, хитами эпохи больших оркестров. января, накануне Старого Нового Года, традиционно нам с вами предстоит встреча с легендарным Терем-квартетом. За время своего существования коллектив дал более 3500 концертов, объездив 65 стран мира. Зачастую Терем-квартет выступает визитной карточкой Санкт-Петербурга. Его ставят в один ряд с Эрмитажем, Русским музеем, Мариинским театром. Те, кто хоть раз побывали на концерте этого замечательного коллектива, уходят с частичкой радости и счастья и с явным желанием вновь встретиться с этими талантливыми музыкантами. И в заключение абонементной программы 4 марта нам предстоит побывать на празднике музыки и гармонии. В нашем зале выступит Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Совсем недавно коллектив отметил свое столетие, и он по праву является визитной карточкой нашей страны. Солировать на концерте будет популярнейшее в своем жанре вокальное трио «Релиз». Длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. На дорогой длинною, да ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит. Да с той старинною, да семиструнною, что по ночам так мучила меня. Итак, спешите приобрести абонементы для себя и своих близких. До 30 сентября стоимость одного абонемента составляет всего 1500 рублей. Будьте здоровы и счастливы, и пусть хорошее настроение никогда не покидает вас. Заходите на наш сайт panorama-tver.ru, звоните по телефону 300-033, оставайтесь с нами и до новых встреч! Вы смотрели программу «Культ Фьюжн». Оставайтесь с нами и до новых встреч!